Ну, новый образ, там, новый проект «Секс-гуру». Mm-hmm. Вот какой существует все-таки возрастной ценз, когда можно на тему половухи, на тему вообще сексуального шутить? После какого возраста это уже становится странно? Или половуха это... такое слово? Ну, про... все связанное с сексом. Вот видишь, ты сейчас сам ответил. У нас в стране признано, что слово «секс» — это что-то такое достаточно... ниже грани какой-то дозволенности. Но это неправильно. Это неправильно. Потому что огромное количество времени он был или не запрещен, но, скажем так, о нем было не принято говорить вслух. Даже помнишь, эта фраза? Фраза знаменитая. Известная, да, знаменитая, да, да, фраза, которая, кстати, в СССР секса была, нет. Была, скажем так, отрезана. Там общая фраза была другая. Там женщина сказала: у нас в стране секса нет. Ее оставили, а она добавила потом: у нас в стране только любовь. Так, ну, вот секс... На самом деле ведь может быть секс без любви, может быть любовь без секса. Абсолютно правильно. Так. Абсолютно. Секс-гуру — это про что? Это про секс? Секс-гуру — это... Не удивлю никого, это как раз про секс. Угу. Это идет диалог со зрителем впервые в... Я не знаю, ну, по крайней мере... В моей практике это такое новое представление информации в виде общения со зрителем, в диалоге, интерактив, самый настоящий. Когда ты с людьми, возраст, кстати, 18+, это обязательное условие, до 18 лет людям не продадут билет, это условие этого шоу. Так. Вот, и 18+, а вообще приходит зритель 25-30. 40 и 50. Вот. И мы разговариваем буквально 2 часа о сексе. Причем в легкой, такой достаточно комедийной форме. То есть это интерактив? Это интерактив. Я задаю вопросы людям. Они отвечают. Они хлопают, поднимают руки. Вначале какие-то идут смущения, стеснения, потому что огромное количество... Особенно возраст 30-40, у нас людей находится с зажимами, с комплексами, которые были навязаны еще в детстве нашими родителями, средствами массовой информации, тогда еще, теми. Но мне кажется, что... И огромное количество людей закомплексованных, которые никогда за свою жизнь не говорили столько времени о сексе. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».